Здесь у нас в городе мы проводим соревнования по стрит-воркауту и джимбару. Соревнования открыты, то есть принять участие могут все желающие. Соревнования проводятся в рамках всероссийской акции «Неделя улиц», которая организована как раз-таки международной премией «Карда». Хорош! 360! Что? Еще дальше! Давай лучше! Давай! Хорош! Акция проводится в 50 регионах нашей страны с общим охватом в 10 тысяч участников. То есть это различные мастер-классы по уличным направлениям. Мастер-классы, соревнования, фестивали. Это и стрит-арт, это и хип-хоп, соответственно, это и воркаут. Также общественные различные мероприятия проводятся. Эта акция представлена только в нашем городе, то есть, соответственно, это одно мероприятие от региона, и оно проводится в нашем городе. В этом, наверное, какой-то престиж нашему городу, потому что мы становимся единым целым с всероссийскими акциями. На самом деле я перепробовал очень много видов спорта, и меня ничего не зацепило, как вот турники. Почему? Что-то здесь есть такое, то, что мне нравится, то, что по душе. А там ничего не было такого, куда я ходил. Вот. Легкая атлетика у меня была, пожарно-прикладной спорт ходил, единоборства всякие разные. Меня ничего не зацепило, кроме вот этого. Вот, вот уже 4 года как-то пытаюсь заниматься. Ну, он развивает, в первую очередь, вестибулярный аппарат. Ну, то есть ты крутишься, чтобы тебе плохо, допустим, не стало. Для себя, в принципе, можно заниматься, чтобы награды там были и так далее. Если долго заниматься, то можно куда-то на грандиозные, там, мировые, например, соревнования попасть. Вот я куда-то к большему стремлюсь. Ну, допустим, я когда учу новый элемент, ну, который хочу научиться, я рассматриваю все, то есть как я могу упасть, что я могу неправильно сделать. Вот это все рассматриваю, только после этого думаю, учить его или нет. Посмотрел, понравилось, как пацаны крутятся, как-то подтягиваются, как-то у них получается тоже. Захотелось, попробовал. Поэтому нужно элементы начинать постепенно отрабатывать. Спортстраховка, конечно же. Развивать базу, укреплять хват и так далее для этого спорта, чтобы не улететь. Но нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться. Это очень тяжело. Аккуратно. Красавец. Красавец. Красавец.